Excellencies, distinguished panelists, ladies and Ваше превосходительство, дамы и господа, добрый день. Меня зовут Дарин Болтон-Мартин, и я являюсь председателем, то есть начальником департамента МСЭ, и хочу сейчас вас поприветствовать здесь, на этом главном заседании нашего форума, и посмотрим именно, насколько цели устойчивого развития ООН, насколько мы их достигаем или нет. Да, половина планеты онлайн, и это хорошая вещь, хорошее, конечно, известие, особенно для тех, у которых есть интернет. Но что с этими людьми, у которых нет доступа? Это 3,6 миллиарда человек, которые полностью изолированы от этого мира, которые не имеют доступа в интернет. Никто из нас не может больше себе представить, как жить без интернета. И 50% нашей планеты, они должны все-таки обходиться без интернета. Интернет, мои метеорологические прогнозы там смотрим, мои игры играем какие-то, мои... Также, значит, оформляем наши полеты, чтобы получить посадочные талоны и так далее. Но мы должны о том вспомнить, что интернет может быть совсем замечательные последствия, замечательные результаты для тех, которых просто нет доступа к библиотекам, к больницам, к школам, книгам, сельскому хозяйству даже. Значит, все те, которые сейчас интернет совсем изменил наш мир. Однако этот потенциал для преобразования, это мультиплицируется тысячи раз и намного больше для тех, конечно, у которых пока нету интернета, у которых пока нету доступа к информации. Международное сообщество с точки зрения этики именно обязано обеспечить, чтобы все люди, все человечество имело бы равные шансы получить эту информацию. И надо предоставить эти равные шансы таким образом, чтобы доступ к информационным и коммуникационным технологиям обеспечить. И генеральный секретарь именно подчеркнул значение этой технологии для достижения целей устойчивого развития ООН. Слово «сотрудничество» — это очень центральное слово. 50% подключили к интернету, но чтобы остальных подключить, надо именно ссылаться на сотрудничество. Нам нужно будет и новое мышление, новые подходы, как взаимосвязано с коннективитет, представить тем, у которых пока нету этого доступа. Эти услуги, которые для нас такими важными являются, может быть, для этих пока не такими важными являются. Дамы и господа, у нас сегодня во второй половине дня здесь собрались прекрасные гости на нашей трибуне, и следующие два часа у нас мы построим нашу работу таким образом, что будут три главные области: люди, планета и благосостояние. Как цифровизация и может именно продвигать достижение целей устойчивого развития ООН. И хочу два эксперта сразу же призвать сказать пару слов об этих вопросах, потом и остальные подключаться к этой дискуссии, потом и всю публику, аудитории подключим к нашей дискуссии, ну и, конечно, и всех наших слушателей онлайн. Но прежде чем услышать их, мы имеем еще одного гостя. Это заместитель секретаря ООН. Нет, извините, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по экономике и социальным вопросам Жен Мин Лю взять слово. Пожалуйста, вам представляется слово. Господин Жен Мин Лю.
Thank you, Doreen, for... Спасибо. Спасибо за то, что вы ведущим этой сессии. И спасибо за возможность выступать перед вами, уважаемые дамы и господа, дорогие участники. Это большая радость для меня внести вклад в эту дискуссию, достижения цели устойчивого развития ООН в цифровом веке. Повестка дня 2030 – это наша модель. И это обязанность, обязательство для дальнейшего развития всего нашего мира. У нас была возможность уже посмотреть на то, чего мы уже добавились, и что еще предстоит в этой сфере. Многие страны очень активно участвовали в этом процессе реализации целей устойчивого развития. Мы видим соответствующие результаты в борьбе с бедностью, в сфере образования, в сфере здравоохранения. Но, однако, надо сказать, что международные решения не всегда достаточные для достижения этих целей, изменения климата. И большой цифровой и социальный прорыв по-прежнему сохраняются. Технологии разные, интернет в первую очередь, изменили подход, как меняются промышленные отрасли, как все меняется, и нет сомнения о том, что искусственный интеллект и интернет помогут нам в улучшении жизни, жизненных условий для всех. Мы должны продолжить нашу работу и доказать, как мы можем внести вклад в дело достижения этих целей. IGF, этот форум является очень важным в этих целях. STI форум тоже играет важную роль. И ВЭЗИС, это всемирный информационный саммит, который нами организуется, также является важным. Эти разные форматы взаимодополняются и играют важную роль в этом процессе. На этих форумах информационные и коммуникационные технологии и интернет, они являются межотраслевыми, они в состоянии помочь при достижении этих целей устойчивого развития, но все-таки многие вызовы еще стоят перед нами, и они в состоянии создавать и новые вызовы. Одна из самых важных и актуальных вопросов, вызовов, это как раз цифровой прорыв, это кибербезопасность, это защита приватности, приватной сферы пользователя интернета и, конечно, защита прав человека в интернете. Есть и непредсказуемые риски. Мы только что начали обнаруживать эти риски, они будут влиять сильно на трудовой мир и на безопасность и на благо всех людей всего мира. Как можно оценить риски, как можно обеспечить, чтобы никто не, так сказать, упал бы за всеми этими процессами, и возможно использовать эти технологии только, если люди будут иметь доверие в стабильность, в безопасность интернета. И чрезвычайно важным является, чтобы такие технологии были бы приоритетными, которые особенно нужными являются для того, чтобы способствовать устойчивому развитию. Верховная рабочая группа Генерального секретариата дала поручение продолжить эту работу и использовать возможности все в этих направлениях. Дамы и господа, форум IGF должен объединить всех, независимо от того, какой группе они принадлежат и какая у них есть биография. Мы должны найти общие черты, а там, где разногласия существуют, мы должны над этим работать.
Форум IGF по-прежнему хочет остаться важным политическим форумом, чтобы именно обсуждать эти вопросы. Здесь, в Берлине, мы видим, что активная деятельность и участие политики, но и технических экспертов, ученых, бизнеса имеется. Они сюда приехали, чтобы найти творческие решения для вызовов в сфере интернета. Мы должны по-прежнему сохранить это активное участие этих групп в рамках проведения следующих форумов. Есть сеть более 100 стран и разных инициатив. IGF, они называются NRI инициативы, они последние 1-2 года расширились. То есть это такой многосторонний подход на местном уровне является крайне необходимым, если мы хотели бы понять, какие темы, какие вопросы существуют и какие ресурсы имеются в соответствующих сообществах. Мы должны обеспечить, чтобы был бы единый подход к решению этих вопросов. Поэтому нам повезло, что имеем эти открытия, национальные, региональные IGF-процессы в рамках нашего форума. И нам повезло, что они наши партнеры, и что они будут дальше развивать наше видение свободного, доступного интернета для всех. Мы должны совершенствовать эти партнерства в будущем и дальше использовать эти все возможности и шансы. И необходимо также иметь в виду, что устойчивое развитие – это, конечно, глобальная задача. Что касается самого развития, что касается результатов, то же самое касается, конечно, IGF-форума. Наш сегодняшний вызов – это неравенство, социальные, климатические изменения и быстрые и технологические изменения требуют от нас совместных усилий и многостороннего подхода, который более сильный был бы, чем эти вызовы. Вы видите, что эта технология будет необходима для достижения этих целей, но все-таки остаются многие вызовы. Поэтому мы должны объединиться, чтобы именно учитывать интересы, озабоченности всех, чтобы эти технологии использовать на благо человечества. И чтобы устойчивое развитие стало бы реальностью. Спасибо вам большое за ваше внимание. Желаю вам плодотворной дискуссии. Большое спасибо. Заместитель генерального секретаря. Спасибо, что вы поделились с нами вашим мнением, вашими позициями и тем самым создали как бы основу для нашей дискуссии. Вы шансы и возможности и риски здесь немножко определили, изложили. Вы сказали, что устойчивое развитие – это глобальная, конечно, задача. Это то, что нас всех именно нас всех касается. И спасибо за то, что вы сюда приехали, что обеспечиваете, чтобы все группы здесь были бы учтены. Дамы и господа, тем самым перейдем на общую дискуссию на нашем подиуме. У нас будут 3 блока. Такова будет наша структура. Повестка дня 2030 года – это план действий для человечества, для мира и для и ради благосостояния. Мы начинаем нашу дискуссию с человека. Вы знаете, конечно, что цели устойчивого развития, что они охватывают, чтобы бедность, чтобы голод кончился бы, чтобы было бы обеспечено, чтобы все люди смогли бы исчерпать свой потенциал достойным образом и в здоровой среде. Это очень важно, чтобы продвинуть устойчивое общество и
подсекретарь или заместитель генерального секретаря это хорошо сказал. Речь идет о первом цели, значит, окончание бедности, а потом равные права между женщинами и мужчинами. Вы все их знаете, наверное, наизусть. Номер 11 и 16 – сильные транспарентные институции, учреждения. Первый участник будет Александра Уолден. Она занимается правами человека, свободой мнения и в компании Google. Александра, может быть, вы сможете назвать ряд вызовов, особенно в контексте быстрых технологических изменений вообще, но и особенно для тех, которые имеют особенные проблемы с этими. Спасибо. Спасибо, что вы пригласили компанию Google принять участие в этой дискуссии. Мы думаем о том, как наши продукты могут стать полезным для всех, чтобы все получили бы доступ в интернет. Я сразу же думаю о роли, как мы можем, конечно, также обеспечить соблюдение прав человека во всем мире. Это, конечно, приватная сфера или конфиденциальность. Это, конечно, свободное выражение мнения и как это нам поможет в сфере здравоохранения, в сфере борьбы с бедностью и в других, значит, сферах. Я думаю о том, какую ответственность несут сами предприятия, сами компании, чтобы продвигать эти области вперед, чтобы соблюдать имеющиеся правила в этой сфере и как это можно совместить с целями устойчивого развития. И вы сказали, что цифровизация, она сделала возможным огромный прогресс. Многие люди получили доступ к информации. И мы должны сейчас обеспечить, чтобы мы все извлекли бы соответствующие уроки из того из нашего опыта прошлого, чтобы это пошло бы на пользу всех. Но главный акцент, который я здесь хотела бы подчеркнуть, это чтобы компании, чтобы частный бизнес, чтобы они именно соблюдали бы руководящие принципы ООН в сфере защиты прав человека. А это связано с тем, как мы в наших компаниях, вообще какой подход мы имеем к вопросу прав человека, как используют люди наши продукты, а цели устойчивого развития – это как бы инструмент или принципы, которые нам помогают все это реализовать. Индивидуальный продукт посмотреть более подробно и как пользоваться этим продуктом, и как возможно преодолевать возможный какой-то ущерб, связанный с этим продуктом. Я хочу подчеркнуть еще раз этот пункт, что необходимо обеспечить, то есть и увидеть сначала, какие уже есть регламенты, какие правила. Надо посмотреть сначала, что уже есть, и в первую очередь выбирать такой многосторонний путь, многосторонний подход. Ни правительство одно, ни гражданское общество одно не в состоянии будет это сделать, а только совместно тоже с нами, с бизнесом, если посмотреть, какие есть недостатки, какие есть преимущества, то тогда нам удастся в рамках многостороннего подхода это обеспечить. Вот это предложение, как можно использовать технологию в этих целях. Теперь его превосходительство вице-министру информационных и коммуникационных технологий Парагвая, господин Мигуэль Марин. Я имела возможность посетить вашу прекрасную страну несколько лет тому назад и посетила ряд школ.
недалеко от Асунсиона, от вашей столицы. Господин вице-министр, может быть, вы сможете поделиться вашим опытом. Ваша страна не имеет доступа к морю, и, может быть, вы сможете сказать, какой у вас был подход, как вы старались цифровизацию продвигать в вашей стране. Спасибо. Сначала я должен сказать, что мы очень рады, что вы нас пригласили, что мы участвуем на этом форуме. Это первый раз, кстати, что мы приехали, как мы приехали сюда с такой крупной делегацией. Это 10 представителей Парагвая, нашего конгресса, нашего правительства и представителей гражданского общества. Я считаю, что это очень хорошо. Если речь идет об интернете, как о необходимости для всего человечества, для всего мира, то мы видим большой вызов для нас. Так как мы являемся страной без доступа к морю, мы не имеем портов, мы не имеем возможности подключиться к этим подводным кабельным структурам. Мы должны, например, наши позиции с Бразилией, с нашим соседем, чтобы получить улучшенную технологию широкополосную, и хотели бы, конечно, получить более дешевые тарифы для использования интернета. Мы об этом говорили также, когда вы посетили нашу страну, об этих вопросах. Конечно, мы должны искать разные подходы к решению вопросов и использовать дипломатические каналы тоже, но это может быть и преимущество для других. Так что в общем-то, такие стекловолокистые кабели, это, конечно, сложно выбрать наилучшее решение технологически, с технологической точки зрения. Вы сами сказали, есть цифровая агенда, цифровая повестка дня. Это проект, в рамках которого мы хотели бы справиться с этими проблемами в сфере инфраструктуры. Я сам также участвовал в других проектах в сфере информационных и коммуникационных технологий. Я сам являюсь инициатором одного из этих проектов, и я увидел, что недостаточно просто предоставить детям технику, компьютеры. Я также добровольно участвовал в проекте в Африке, был руководителем проекта. Там речь шла об улучшении качества образования. И там мы тоже видели, что только создать инфраструктуру – это недостаточно. Об интернете я так не буду говорить. Я думаю, интернет сам по себе является хорошим решением, если всем людям дать возможность иметь доступ к информации в интернет, то это важно и для тех стран, которые стараются укрепить свою демократию. Это тоже, конечно, важное дело. Спасибо. Спасибо. Я сейчас смотрю на других участников. Может быть, есть комментарии какие-то в связи с тем, что уже было сказано. А потом откроем общую дискуссию с залом. Мелисса, может быть, вы хотите что-то сказать? Да, мне кажется, одно, что вы сказали, было очень важным, что создание инфраструктуры – это не самое главное или не единственное, что необходимо. Цифровая компетентность, цифровой интеллект или интеллигентность, квалификация – это важно, конечно, чтобы люди, если они получают доступ в интернет, чтобы они знали бы, пользоваться этим. Это для меня очень важная часть того, что это означает вообще быть подключенным к интернету и быть взаимосвязанным с этим сетем. Хочу сказать пару слов о том, что сказал министр. Если речь идет о том, чтобы дать доступ тем, у которых нет этой привилегии, ущемлены, так сказать. В 2017 году в Нигерии был такой проект, значит, там не было доступа в интернет, там
не был ISP-адрес. Если у вас этого не было, вы не могли вообще получить выход в интернет, доступ. То есть нет, наоборот, возможно, было без провайдера получить выход в интернет. Таким образом, Google предоставил возможность населению в Нигерии подключиться, то есть получить доступ. Google смог бы это распространить и на другие области. В Нигерии это немножко можно сравнить с Парагваем, хотя в Нигерии море есть. Но вы говорили об этих подводных кабелей, от стекловолокнистых кабелей, от оптоволоконных кабелей. И, в общем-то, конечно, я, может быть, следовало бы их вас представить. Мелисса Сасси, вы являетесь председателем рабочей группы по цифровой квалификации IEEE. А Олумид Бабалола является руководящим директором своей компании. Они выступают за права человека и за сохранение частной конфиденциальности. Луис Невес является членом ГЭЗИ, и мы рады, что вы с вами. А вы раньше работали МСЭ, а теперь являетесь, значит, отвечаете за телекоммуникацию. И до этого вы были заместителем председателя правления в Министерстве информационных и коммуникационных технологий Самоа. Может быть, вы хотели бы сказать пару слов об этом? In light of a very recent report that... Спасибо большое. В нашем последнем докладе мы говорили о, имел название «Цифровизация с целью». У нас было 6 месяцев, чтобы произвести этот доклад. Мы работали с компанией Deloitte, 150 людей собрались тогда. Мы смотрели на 7000 разных технологий и сопоставляли их с целями развития этого тысячелетия. Что я хотел бы теперь сказать по поводу нашего разговора? Мы говорили о правах человека, о частной жизни. Одна из самых важных областей, которую мы разработали, это именно частное существование и безопасность. И мы теперь рассматриваем разные развития, которые происходят, смотрим, как технологии используются неправильно в интересах некоторых. Это тоже надо учесть. То есть технологии, конечно, очень хорошо, и наш доклад это показывает. И это приблизительно 20%, которых мы достигнем по отношению с целями тысячелетия, но с этими технологиями связаны еще разные вещи. Если мы хотим обеспечить доверие по отношению к этим технологиям, предприятия должны нести ответственность, то есть они должны отчитываться и быть ответственными за эти технологии. Второе, что я хотела упомянуть по отношению к целям тысячелетия, основные технологии для достижения, или основная технология для достижения цели тысячелетия – это взаимосвязанность. То есть нам нужна связь между людьми, с людьми. Половина человечества не имеет вообще доступа к технологиям. Вопрос теперь состоит в том, как же обеспечить, чтобы у них был доступ к технологиям. Значит, надо пересмотреть некоторые вещи, которые мы решили в прошлом. А раньше
мы уже говорили об универсальном доступе. И это была ответственность раньше, была ответственность правительств и государств. Сегодня же в связи с конкуренцией, в связи с новой глобальной средой, мы видим, что предприятия принимают эту ответственность. Но в любом случае эти миллиарды людей должны же иметь доступ к технологиям с тем, чтобы мы могли достичь наших целей тысячелетия и обеспечить благосостояние во всем мире. Спасибо большое. Да, в 80-х годах, когда сэр Дональд Лейтлин говорил о нехватающем звене, в 80-х годах это было, и мы как мы тогда говорили еще о телефонах. Сейчас это, конечно, совершенно не говорится о телефонах, которые стоят у нас дома. И когда генеральный секретарь ООН вчера выступал во время церемонии открытия, он говорил о том, что интернет – это наше совместное достояние, совместный приоритет. Речь идет тогда не только о правительствах, но и о частном секторе, также и о гражданском сообществе. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wenn Sie sich anhören, wie die Probleme klingen, muss man unwillkürlich an etwas denken. Es sind alles globale Herausforderungen. Это же все это все глобальные вызовы. И все. И теперь мы открываем дискуссию для комментариев. И, конечно, будем говорить о людях. Если у нас сейчас вопросы, у нас 4 микрофона, которые здесь стоят у нас в зале. Если вы хотите задать вопрос или что-то прокомментировать, то, пожалуйста, подойдите к микрофону, представьтесь. Я вижу первый вопрос или примечание. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Мейлин Фанг. Я участвую в группе интернета, который концентрируется на людях. Спасибо вам за ваши комментарии. Я хочу просто сказать, что ваши высказывания очень вдохновляют. Мы должны подумать о том, как мы будем сотрудничать. И здесь мы сегодня мы и слышим это на каждом заседании, на каждой встрече. Мы должны сотрудничать. В принципе, надо просто этим заниматься, надо работать вместе. Мы стоим только в начале длинного пути, и надо начинать играть на своем инструменте и как в оркестре учиться играть вместе, играть эту музыку вместе. И мы все говорим, нам нужен вот этот слон, если вы хотите, а он, в принципе, просто стоит в комнате, и мы его, никто из нас его не видит. Итак, мы, да, вы совершенно правы, конечно, мы должны начинать действовать. Кто еще хочет выступить? Спасибо большое за предоставление слова. Меня зовут Фернандо. Я ученый, занимаюсь исследованиями в Бразилии. Я хотел задать похожий вопрос, в принципе. Как можно продвигать, защищать и продвигать права человека и цели тысячелетия в предприятиях? У нас недавно был огромный скандал, связанный с собранием данных, и также у нас был скандал с Data Analytica. Что же нам делать? Как нам обращаться с этими предприятиями? Мы
же, в принципе, вредим человечеству, вредим правам человека, потому что если компания, которая придерживается человеческих прав, или, например, неправительственные организации, нам часто докладывают и пишут о нарушениях в области прав человека, но все это недостаточно конкретно. То есть, что я хочу сказать? Надо попытаться понять, как же сделать так, чтобы эти предприятия, которые нарушают права человека и мешают нам на пути к осуществлению целей тысячелетия, как можно их привести к ответственности, привлечь к ответственности? Просто как информация к размышлению, может быть. Спасибо большое, Фернандо. Луис, сначала вы, потом Александрия. С моей точки зрения, хотел сказать следующее. Вы, в принципе, упомянули ту же самую тему, которую я уже говорил. Надо, конечно, работать над доверием и ответственностью предприятий, с тем, чтобы предприятия принимали ответственность и им доверяли люди. Мы пытаемся проанализировать эти проблемы детально. Есть такие доклады, которые рассматривают разные технологии, и эти технологии помогают нам вывести эти проблемы. Только совершенно недавно мы встречались в Нью-Йорке с разными участниками, с Oxfam, Amnesty International, Human Rights Watch, и разговаривали с предприятиями, думали над тем, как же решить эти проблемы. Но эта инициатива, конечно, предприятий есть, однако уже и другие аспекты, которые надо учесть. То есть предприятия сами должны над этим работать, ассоциации предприятий, которые должны сотрудничать с гражданским сотрудничеством над разработкой решений. Допустим, у нас будет сеть за права человека, и мы будем разрабатывать там права трудящихся и так далее. И у нас также есть комментарий онлайн. Может быть, сначала вы зачитаете этот вопрос или комментарий? Да, конечно. Пожалуйста, представьтесь и задайте вопрос. Микрофон переключен. Если технология нас, конечно, не подведет. Вас зовут Бенджамин, мы вас не слышим. Может быть, кто-то может просто зачитать вопрос или комментарий? Я попрошу его написать вопрос онлайн, и потом я его зачитаю. Хорошо, пока мы ждем Александрия. Да, я хотела просто привести несколько примеров тому, как мы сотрудничаем, и также детально, как мы рассматриваем вопрос ответственности. Сначала нам нужно всем знать об инициативе глобальной сети. Это связь между предприятиями, инвесторами и гражданским обществом. Целью же является помощь предприятиям соблюдать права человека при осуществлении своей деятельности. Мы, конечно, многому учимся при этом, и у нас также существует независимый механизм ответственности и контроля. Таким образом, предприятия учатся, как работать над этими проблемами, где надо что-то улучшить в продукции или же в ведении предприятия. И я хотела еще раз упомянуть о
директивы ООН в этой связи. У нас уже есть кодекс для предприятий, которые должны вести себя ответственно. То есть предприятия должны реализовать такие механизмы, которые уже удержаны в ООН, и гарантировать, что они думают перед тем, как они лансируют продукты на рынке. Также мы должны работать с предприятиями, помогать им при этом. Я думаю, что это вот такие разные аспекты ответственности. Спасибо. Спасибо. Я думаю, ваш вопрос или ваш комментарий повторяет то, что мы сказали вчера, говоря о защите прав человека онлайн. То есть у нас есть тема данных и переработки данных. Там у нас у всех ответственность. GDPR защищает тех, которых права которых были ущемлены онлайн. Я знаю, что в Бразилии тоже есть соответствующий закон. Я говорю с точки зрения адвоката. В принципе, это наша совместная ответственность, особенно когда речь идет о данных. Всегда надо смотреть, не нарушаются ли права частности в частной жизни, когда публикуются какие-либо данные. Конечно, это еще проще в развитых странах это сделать, чем в развивающихся странах. И если ваши права были ущемлены, тогда обычно вам выплачивается компенсация или следуют какие-то следствия. Я хотела бы поговорить о ответственности, которую мы все несем как при использовании технологии. Я вижу, что в разных странах мира существуют разные определения того, что это значит, разные философии о том, чему надо учить, чему надо учиться, с тем, чтобы быть образованным в области цифровизации. И люди должны понять, что если вы делите данные другие, что может случиться с этими данными, с какими рисками это связано? Вице-министр, вам слово, пожалуйста. К первому вопросу я, к сожалению, вижу человека, который задал его. Я думаю, что мы, государство, уже начали сотрудничествовать. Я думаю, что эта наша встреча уже заставляет нас мыслить иначе. То есть, когда мы вернемся домой, мы будем по-другому действовать. Если мы просто слушать будем других, то это, конечно, будет нас вдохновлять. И это очень важный шаг на правильном пути. Поэтому я считаю, это очень положительно. Вкратце хотела бы сказать, что если у страны есть законы, и мы об этом знаем, в принципе, у каждой страны есть какое-то законодательство в области прав человека. Каждое предприятие, каждая организация, которая работает в этой стране, должна придерживаться именно этих законов, этих правил. Проблема создается тогда, когда предприятия не живут в этой стране. Например, они находятся совершенно в другом конце мира и путем технологий работают в этой стране. Что же делать с WhatsApp, Viber и так далее? И организация телекоммуникации провела опрос, есть ли здесь кто-то из Уганды? Вы знаете, что Уганда приняла законы в этой области, и, может быть, они когда-нибудь во время этой недели могут рассказать о своих результатах. Это было бы замечательно.
Но если кто-то... Если вы пользуетесь этими приложениями, то ваше правительство, в принципе, совершенно на этом не зарабатывает. Спасибо, Киза. У нас получилось подключить нашего участника онлайн. У нас уже два вопроса. Мы еще немножко должны подождать. Может быть, теперь Бенджамин к нам подключен. Да, мы вас слышим. Пожалуйста. Добрый день. Я студент, занимаюсь наукой в Намибии. Что касается интернета, то я хотела сказать, что я всегда мечтал поговорить об этой теме. Говоря об интернете, то можно задаться таким вопросом. Например, если мы хотим улучшить здоровье, то можно интернет использовать с тем, чтобы принимать какие-то меры для улучшения своего здоровья. Это одна, скажем, такая тематическая область. То есть у вас есть доступ к информации, доступ к образованию. Интернет ведь не только существует ради интернета, интернет служит какой-то цели. И мы об этом еще не говорили. Хорошо, я думаю, связь потерялась, но ваш комментарий мы поняли, и мы с вами согласны. Иногда надо очень специфично, очень точно посмотреть, зачем есть интернет, зачем, с какими целями его используют. Конечно, интернет для знаний, интернет для образования. Технологии, конечно, пользуются компаниями и правительствами, чтобы достичь цели тысячелетия, например. Спасибо большое за ваш комментарий. И вы сказали еще один вопрос. Да, Жан-Филипп тоже нам прислал вопрос, я могу его зачитать. Согласно третьему абзацу вашего доклада, хотели бы спросить, как мы будем защищаться от угроз интернета, как это было уже изложено? Спасибо. Может быть, комментарии со стороны участников. Я думаю, Бенямина, мы хорошо поняли. Может быть, кто-то хочет ответить на второе примечание. Речь идет о безопасности детей онлайн. Да, конечно, вы, наверное, видите, что все, о чем я говорю, это цифровые компетенции. Интернет очень важен для молодых людей, которые подключаются. Очень часто за ними никто не следит, они не знают, что значит безопасность онлайн. Я не знакома с этой публикацией, которую вы упомянули, но я могу, в общем, сказать следующее. Если дети начинают работать онлайн, то, конечно, они ясно должны понимать, какие плюсы и какие минусы есть у интернета. Мы много говорим о юбилеях. Юбилей с тех пор, как рухнула стена в Берлине, юбилей Всемирной паутины, юбилей конвенции ООН, предстоящий юбилей ООН и так далее. И у нас совершенно страшные цифры есть о
уязвимости онлайн, отравли онлайн, которая существует, очень это нас беспокоит. Опять же, мы работаем с вами над директивами для защиты детей, и мы бы хотели бы и дальше с вами над этим работать. Я думаю, в заключении мы скажем несколько общих каких-то комментариев, но сейчас мы перейдем к следующей теме, перейдем от людей к планете. Вы сами знаете, что одна из целей тысячелетия – это защита планеты, и это, конечно, касается нашего поколения, будущего поколения. Как изменения климата будут влиять на глобальное развитие. Конечно, это все будет играть ключевую роль. Мы должны защищать планету и обратить отрицательные развития. Мы будем концентрироваться на разные цели тысячелетия, от чистой воды, чистой энергии, чистого электричества. Будем говорить о разных группах, которые надо защищать. Я хотела бы начать с Луизы. Она является директором Джесси. Если у вас есть какая-то презентация, пожалуйста, поделитесь с нами этим. Вам слово. Большое спасибо, Дарин. Я надеюсь, что я справлюсь в 5 минут. Я уже сказал, что мы провели целый ряд исследований. И эти исследования в результате привели к данному отчету. Хотел бы пригласить вас взять время, так примерно на месяц, чтобы прочитать этот 500-страничный отчет. У нас было 500, скажем, таких примеров, на основании которых мы занимались изучением этого вопроса. Есть целый ряд документов, которые занимался с 7, скажем, инструментами. Это цифровое будущее, 5G, блокчейн, облачное, машинное учение, искусственный интеллект и так далее. Все эти технологии мы, скажем, изучили под углом вопроса устойчивых или цели устойчивого развития. Мы свели очень интересных экспертов, как Джеффри Сакс, Габриэл, различных директоров из организационных структур ООН. Также принимали участие ведущие технологические компании. И все это нам показало, что мы вот эту взаимосвязь проверили и посмотрели, и увидели, что данные технологии могут помочь в решении 103 из 109 целей. Здесь есть, значит, очень большое пересечение, есть качественная и количественная оценка, которую мы провели, и подвели итоги. Мы установили, где можно остановить основные цели, установили также и внешние. Мы установили, что технологии могут повлиять на положительный рост, рынка труда, но также, что есть также и отрицательные явления, как, например, эмиссия парниковых газов или отходы, генерация отходов или неустойчивое потребление. Я уже говорил, что цели устойчивого развития должны быть достигнуты до 2003 года, и что это может быть возможным из использования технологий. Часто кривая идет по-иному, как мы это говорили. 30% целей устойчивого развития они не могут быть достигнуты, потому что там есть негативное развитие. 22 цели там делаем успешно. В отношении к остальным мы можем установить, что технологии помогают на 25% решать данную цель. Если посмотреть на
изменения климата. То мы в рамках JESSE сделали следующее. До 2008 года мы посмотрели, какая здесь взаимосвязь между технологией и изменением климата. Мы задали себе три вопроса, а именно отпечаток этих технологий. И, во-первых, также стоимость предприятий. В 2008 году мы издали такой материал, как назывался «2020», и мы установили, что технологии имеют в пятикратном размере большее влияние, чем наш собственный отпечаток. В 2012 году мы провели то же самое исследование, там уже было сопоставление 1 к 7. В 2015 году фактор составил 1 к 10. Это значит, что отчет 2015 года 2030 привел к результату, что технологии могут понизить выброс эмиссий на 20%, но наш последний отчет опять же показывает сначала похожие результаты с помощью вот тех технологий, которые я вам показал. Но этот отчет действительно показывает, что наш отпечаток в 2030 году будет иметь размер в 1 гигатонну CO2, а раньше было 1,4 тонн CO2. Это значит, что будет действительно снижение CO2. Это хорошие новости, но мы не должны теперь отдыхать на этих достижениях. Мы должны больше инвестировать в зеленую энергию. Если посмотреть что там происходит, потому что мы считаем, что центры переработки данных должны пользоваться зеленой энергией. Но самое интересное именно то, что чем больше вы используете новые технологии, тем лучше вы можете бороться с последствиями изменения климата. Это касается каждого сектора, для промышленности, для логистики и для нас, для каждого отдельного сектора. Это то, что я хотел сказать для того, чтобы начать здесь дискуссию. У нас еще будет в ходе дискуссии больше времени беседовать по данной тематике. Большое спасибо. Прекрасно. Все было, это было очень четко и ясно. И, конечно, прекрасно, если мы можем что-то измерять, если мы можем что-нибудь измерять, то мы можем конкретно изменять. И мне очень понравилось, как вот цифровой мир со 103 этими целями связали с вашими возможностями. Я хотел бы спросить, как мы можем использовать цифровые технологии для того, чтобы иметь более устойчивое сельское хозяйство, более чистое производство и защищать таким образом экологию. Если мы говорим о нашей планете, о Земле, тогда мы говорим о поверхности Земли, о морях, о пространстве и о человеке. Если посмотреть на прошлое, когда была промышленная революция, и теперь можно сказать, да, мы достигли очень многого. Требовалось нам 150 лет для того, чтобы все части мира были связаны телефоном. А интернет потребовал для этого цели только лишь 5 лет. Для интернета потребовалось. Мы поддерживаем страны Commonwealth в разработке политики и законов, которые относятся к доступному и безопасному использованию информационных и коммуникационных технологий, ИКТ, и к цифровой экономике. Технология имеет огромный эффект, или учит за собой огромный эффект. В государствах Commonwealth живут 2,4 миллиарда человек, это треть населения Земли. И технология нам очень помогает, например, в сельском хозяйстве. Нам, как человеку, нужно питание, для этого нам нужно сельское хозяйство, и технология может нам помочь открыть новые возможности производства питания. Продовольствие, которое требуется для человека,
которые помогают ему выжить. Если посмотреть на исследования ФАО или Всемирного банка, то мы видим, что примерно 800 тысяч детей не имеют доступа к надлежащему снабжению продовольствием. И здесь технологии действительно могут помочь. Как нам станет понятно, что происходит в сельских регионах? Для того, чтобы это понять, нам тоже требуется технология. Для этого нам требуется технология наземного, так сказать, расположения, также и космического расположения. Эти технологии могут полностью покрыть всю исследуемую территорию. И вопрос, как государства предоставляют эту информацию, тоже очень важным является очень важным вопросом. Если эта информация будет представлена в цифровом виде, то любой может получить доступ к этой информации. Здесь очень важными являются именно сотовые телефоны, различные технические средства для доступа к этой информации. Моя страна Самоа некоторое время тому назад либерализировала свой рынок, и я была так гордилась, когда принесла в свою деревню первый сотовый телефон, мобильный телефон. Я передала этот мобильник моей сестре, мы позвонили другой сестре в Австралии, и моя сестра даже боялась, она испугалась. Для нас это, конечно, эта технология является чем-то собой понимающимся, но это не так, для многих это не так. Мы смотрим также и на государства острова и видим, что особенно в Карибике там у нас еще много работы, потому что это очень изолированное государство. Но мы можем очень многого достичь. У нас есть проект, который называется Telecentury. Мы знаем, что похожие проекты уже еще не удавались. Это значит, телецентр, создание телецентров. Если мы создаем телецентры в деревнях, если мы обучаем женщин, как пользоваться этой системой, тогда мы после приезда, они говорят, смотри, мне мой внук прислал фотографии из Ванкувера, это прекрасно. Это нам доказывает, что для этого не требуется очень сложное какое-нибудь обучение для того, чтобы пользоваться этими технологиями. Да, это глобальные вызовы, для которых, решение которых нам требуется соответствие решения, и реализация этих решений является проблемой. И это зависит от правительств, ну и от человека самого. Это значит та работа, которая предстоит государствам Commonwealth. Мы, скажем, указываем на положительные аспекты цифровой экономики, и центральным вопросом всегда является доступ, подключенность. Есть всегда, так сказать, здесь спрос на доступ к интернету. У нас есть, например, есть проект в Малави и в других государствах, которые именно направлены на достижение вот таких целей. Но, может быть, мы позже обсудим этот аспект. Вопрос более тщательно. Вызовы и решения в этом контексте. В контексте Земли, в контексте нашей планеты. Мы говорили о том, как можно сотрудничать с правительствами в области политических инициатив. В прошлом году я сотрудничала с Майком и Лидией, которые находятся здесь в зале. Мы работали в рамках проекта. Они оба работают в Microsoft. Мы проверили 82 государствах политику в отношении интернета, и мы хотели, где есть какие-то соответствующие положения и законодательные регулирования, мы их изучили. Мы часто говорим о целях, но как эти цели достигаются именно в политике, что, например, является равноправие, скорости сети интернет, как можно иметь доступ, который больше базируется на данных. Мы взяли все эти данные, сделали так называемый дэшборд, все имеют к этому доступ. И, скажем, сделали эту информацию более наглядной.
сейчас уже есть доступ к этой информации, и здесь уже сейчас, вы можете ознакомиться с тем, как можно развивать свои стандарты. Для этого не требуется прочитать все существующие правила. Если речь идет о решении проблем, тогда следует указать, что здесь часто есть проблемы в области сельского хозяйства и снабжения продуктами питания и продовольствием. У нас ситуация такая, что у нас через несколько недель не будет кур. И если ваша модель, бизнес-модель основана на продаже птичьего мяса, тогда ваш бизнес обрушится, потому что нет кур. И здесь можно использовать именно технологии с тем, чтобы улучшить именно сельскохозяйственную деятельность в этих странах. Я знаю, что в некоторых европейских странах есть генетически измененные продукты питания. И при таких огромных проблемах, которые существуют в Африке, такие технологии были бы, может быть, нам в пользу. Есть ли еще какие-либо комментарии? Или, может быть, есть какие-нибудь комментарии из публики? Я вкратце хотела что сказать. Что касается вот нашей фамилии Commonwealth, то я хотела бы сказать, это реализация. Реализация. Я всегда говорю, прекрасно, у нас есть политические меры, но что важно, является именно важно вот эта реализация этих политических мер. Если мы их не будем реализовать, тогда у нас будет прекрасная политика, которая находится, лежит где-то на полке и запыляется. Покрывается толстым слоем пыли. Что касается Нигерии, мой хороший друг профессор Тамбата был председателем исполнительного комитета ЦИТУ, и мы когда-то говорили о сельском хозяйстве и ИКТ, и он был удивлен, когда сказал, что если это представить себе в виде уравнения, тогда можно сказать, устойчивое сельское хозяйство обозначает устойчивую жизнь. Спасибо, Гиза. Я вижу, что здесь есть вопросы из публики. Одна где-то из сзади, одна где-то за столом. Прошу коротко представить себя, прежде чем вы зададите вопрос. Спасибо. Меня зовут Шариф. Я представляю здесь Мальдивские острова. Я работаю в Министерстве по науке и технологиям. И было очень интересно выслушать вас. У меня только лишь два момента, которые являются для меня центральным. Центральным является подключенность и подключаемость для того, чтобы достичь цели устойчивого развития. Вы сказали, что 30% целей, в отношении 30% этих целей у нас есть отрицательное развитие, значит, негативное развитие. Как тогда можно быть на положительной стороне технологии? Для нас на Мальдивских островах охрана окружающей страны является очень важной, потому что мы являемся самой мелкой частью планеты. Мы находимся в ситуации кризиса, кризисной ситуации. Но, кроме того, у нас есть и кризис с подключенностью. Когда-то у нас была очень хорошая подключенность, или настолько мало, очень дорогая. У нас был на 80% покрыто, был на 80% предоставлен широкополосный доступ. Ну, мы выигрывали от этого в смысле развития. Но что касается наших людей, у нас 187 мелких общин, которые являются довольно такими однородными. В прошлом у нас не было такого многообразия, которого мы хотели бы иметь. И мы, может быть, также и не так сильно связаны с остальным миром. И поэтому это многообразие и действительно не развивается у нас. Но если у нас есть подключенность, если доступ, тогда мы будем жить еще в мелких, так сказать,
общинах, хотя мы можем говорить и со всем миром, но будем жить все еще больше сами по себе. И та, немножко, та небольшая многообразность, которая у нас была, мы ее потеряем, и у нас еще больше повысится такой момент обособленности или однородности. Хочу привести пример. Мы многого достигли в сфере здравоохранения. Речь идет, например, о вакцинах. Но в интернете столько много людей, которые не верят в пользу вакцин. Нам это было просто неизвестно. А теперь это мнение влияет на вас, и поэтому мы здесь, например, теперь теряем наш прогресс с точки зрения здравоохранения. Может быть, в крупных государствах помогает, если бы были электромобили. Но в нашей стране ситуация иная. Для нас, как маленькое государство, островное государство, для нас это очень сложно. Или будет очень сложно. Потому что мы только лишь в ограниченном объеме можем производить возобновляемую энергию. И поэтому мы тогда будем обязаны повысить импорт. И это же не является поставленной целью. Есть еще здесь комментарии за столом, и потом еще дальше у кого-то в зале. Меня зовут Анке Думшайтберг. Я являюсь депутатом Бундестага, немецкого парламента. Я занимаюсь политикой в интернете, в сети. Что сказала Гиза? Я хотела бы к этому обратиться, что она сказала. Мы часто говорим о инфраструктуре, о техническом доступе, о цифровой компетентности. Но я думаю, здесь есть еще следующие компоненты, а именно контент, релевантный контент. Как мы можем улучшить нашу ситуацию с тем, чтобы предоставлять правильный контент, с тем, чтобы люди могли учиться помогать самому себе, представлять базы данных, например, для, в том числе также и для трехменного распечатывания, где можно, например, распечатывать соответствующие, скажем, инструменты или какие-нибудь детали для водопровода, например, для. Есть маленькие приложения, где можно учиться, где можно проверить, является ли крыша дома достаточной для того, чтобы, скажем, собирать дождевую воду и так далее. Такая информация полезная есть, но как мы ее можем довести до пользователя? Есть так, также есть соответствующее приложение Plantix. Для этого требуется смартфон. Если у вас есть смартфон, тогда можно растение, которое, скажем, болеет, сфотографировать с помощью искусственного интеллекта. Осуществляется анализ, называются возможные поводы заболевания этой болезни, и называются также, скажем, возможные решения данной проблемы без использования каких-либо ядовитых химикатов. Как можно демократизировать информацию? Как можно научить людей для того, чтобы они сами производили определенные вещи, чтобы они сами могли осуществить ремонты и так далее? Как мы можем здесь улучшить именно нашу работу? Да, такие важный контент или это тоже является очень важным вопросом. И здесь, конечно, существует и проблема языковых барьеров. Там еще было замечание сзади. Я являюсь журналистом, Соломон Порше. Я журналист, получил стипендию от Reporters Without Borders в Берлине. Как ситуация обстоит в сферах, где нет большой политической поддержки по достижению целей устойчивого развития? Например,
фермеры в сельскохозяйственных регионах в Нигерии. Как можно им предоставить доступ к технологии и особенно доступ к хорошему семенному материалу? Также у них есть и проблемы, скажем, довести свой урожай до городов, потому что нет хорошей инфраструктуры, потому что правительство не в состоянии создать хорошую инфраструктуру. Затем цели тысяч и люди. Часто мы изолированы, и мы не можем, например, использовать Google, мы не можем раздавать соответствующие таблоиды для наших учеников и так далее. Часто у них даже нет крыши над головой, или им приходится бегать километрами в школу. Им будет эта техника, в принципе, бесполезна, если вообще у них нет соответствующих условий для хорошей учебы. Так, у нас было три комментария с Маледивских островов, из Германии и из Нигерии. Прошу теперь ответить на эти комментарии. Кто хочет? Мелисса, пожалуйста. Мне хотелось бы ответить на вопрос из Германии, из представителя Германии. Я работаю в IBM, но у меня также есть и собственное предприятие в Тунисе. Что мы там сделали? Мы обратились к ущемленным, уязвим, так сказать, деревням и обучили их программированию. Мы научили их, чтобы они сами могли находить решения. Я, значит, не сама решаю для них проблемы, а учу их, чтобы они решали свои проблемы. В 12 государствах с помощью моей программы десятки тысяч учеников научили программироваться. Этот курс длится 30 дней. Молодые люди поступают к нам. У них нет соответственного опыта, но они могут научиться, например, программировать приложения или комбинировать что-то с интернетом и так далее. То, что мы делаем, это то, что мы берем 30 молодых людей из всей страны. Они остаются на 30 дней у нас. Мы им задаем проблему, реальную проблему для их решения, и они развивают бизнес-модель для решения этой проблемы. Мы также привлекаем людей из экономики, которые помогают им в решении этого вопроса, и тут возникает конкуренция между этими молодыми людьми, и в конце концов самая лучшая идея выигрывает приз. Я думаю, это нам не поможет, если приходит кто-либо из другой страны и предлагает, так сказать, готовое решение. Люди сами должны научиться данным технологиям, а также получить бизнес-навыки для того, чтобы вести соответствующие. Хотелось бы ответить моему брату из Нигерии. Я считаю, что, наверное, было бы слишком много ожидать от Гугла, если они нам планшеты уже предоставляют. Мы не можем от них ожидать, чтобы они тоже и ремонтировали бы, значит, и наши школы, и кровь, и, значит, даже были такие школьники у нас, которые в школах учились, которые совсем были разрушенными, но использовали то все-таки планшеты. И школьники, они использовали эти планшеты, чтобы сфотографировать вот плохое состояние их школьских зданий. И часто это меняло ситуацию. Мои граждане, это наша роль, чтобы призывать наше правительство, чтобы они выполнил бы свои задачи. Это не одно предприятие в социальных делах. Мы вместе несем эту ответственность. Спасибо. Я хочу добавить следующее к этому. Мы об этом говорили, как можно обеспечить, чтобы
правительственные органы действовали бы в направлении достижения целей устойчивого развития. На самом деле, конечно, они должны быть приверженными этим целям. А мы, то есть в рамках IGF и в рамках других организаций, должны позаботиться о том, чтобы все знали бы, как важную роль играет цифровая компонента, именно компоненты в достижении этих целей. Есть добровольные отчеты, национальные отчеты, voluntary national reviews, и 30% всех стран, которые этот отчет представили в этом году, только упомянули о цифровой технологии. Только 30%. Я думаю, что это для нас всех домашнее задание. И вот господин Шариф от Мальдивов. Вчера вы говорили о том, значит, одном мире, одном интернете, одном видении. Значит, вы правильно говорите о том, что упоминаете о многообразии, о местной культуре, местном контексте. Это важно, конечно, и это заслуживает именно быть защищенным. Гиза. Да, хочу ответить на вопрос со стороны представителя Германии. Я сотрудничала в рамках МСЭ. И вот в одном из этих центров или проектов телекоммуникационных центров Международного союза электросвязи. И то, что было очень важным, это просто была такая инструкция на местном языке. И это сделало возможным, что женщины, молодые женщины, девушки смогли именно учиться использовать эту технологию. Это было в 2005 году, по-моему. И да, тогда вы должны были набирать какой-то номер, чтобы попасть в интернет. И, в общем-то, этот курс, этот семинар тоже проходился на местном языке. Кроме того, был еще один проект по изменению климата. Это система предупреждения о наводнении в Восточной Уганде. И этот проект, у меня уже был опыт в связи с этим проектом телекоммуникационных центров, но в рамках этого проекта мы тоже на местном языке провели, то есть разработали, вернее, курс такой, такой семинар, и разработали систему или технологию на этой основе. И я попросила, чтобы инструкция тоже была бы на местном языке, так как, чтобы, когда вы сигнал этот аварийный услышите первый раз, это говорит о том, что, вероятно, будет наводнение, а второй сигнал уже означает, надо пока вещи собирать, а третий уже, так сказать, сигнал означает, что пусть только тот остаться, который хочет погибнуть. И вот после осуществления этого проекта и первое наводнение случилось, ни один человек не погиб. И это был первый раз, кстати, что никто не погиб в рамках такого наводнения. Вот еще раз к Мальдивам. Да, я убеждена, что мы стоим, что перед нами многие вызовы, но наш ответ на это, чтобы люди получили бы способность отреагировать на эти опасности. Хочу сейчас все-таки перейти к последней части нашего сегодняшнего разговора. Перейдем теперь к третьей области благосостояния, то есть цели устойчивого развития. Они направлены на то, чтобы все люди имели бы хорошую жизнь на основе благосостояния и обеспечить, чтобы технологический прогресс всегда осуществлялся бы в соответствии с природой. Технология играет центральную роль для инклюзивного роста и устойчивого общества. Мелисса, начинаем с вами. В этом контексте цели устойчивого развития, повестки дня для
достойного труда. И вот цель номер 9 – уменьшение неравенства. Что вы можете сказать? Каким образом цифровые технологии могут способствовать этим целям более справедливого мира? Прежде чем ответить на этот вопрос, хочу рассказать маленькую историю. История Сара Заган и Йомна. Сара Сахара, Сагран и Йомна, им было 3, 5 и соотносительно 7 лет, это было 10 лет тому назад. Их встретили в школе, и их перевели в другую страну. Меня зовут Мелисса Сасси, а я мать этих трех детей. Они еще живут в этой стране. Для меня инклюзия, значит, интеграция, это означает, что я мать. А вот настоящая взаимосвязанность, что это означает? Это для меня это быть матерью. Да, но не бойтесь, я знаю, где они находятся, им хорошо, они в безопасности находятся, но цифровая инклюзия – это для меня очень важная вещь. Вы знаете, что я являюсь председателем одной из рабочих групп IEEE, и я также, работаю в рамках коалиции для цифрового интеллекта. Почему я об этом говорю? Благосостояние. Речь не идет о том, что Google думает, или MSA, или другие. Речь идет о том, что эта мать на Мальдивах думает. Я, в общем-то, там посетила эту страну, и прекрасная страна, но что эти дети думают? Сахара, Захран и Йомна. Они не получили доступ к этим технологиям в своих школах. И я программу такую начала, 400 компьютеров, которые были направлены туда. Я знаю, есть многие разные дефиниции, инструкции в этой сфере, но многие не на местных языках. В рамках организации IEEE мы работали над этими стандартами, над литературой и о том, что цифровой интеллект, цифровая интеллигенция означает. Значит, это самая крупная организация стандартизации мира. Мы спросили себя, что это означает быть интеллигентным с точки зрения цифровизации. У нас найдете определение на нашем веб-сайте. Речь идет об основных способностях вплоть до более таких развитых способностей. И если вы хотели бы улучшать область здравоохранения, образования или бизнеса, или просто лучшей матерью стать, то есть разные, конечно, квалификации, разные компетенции. Речь идет о том, как стать программистом. Не все становятся экспертом, но какая эмоциональная интеллигентность нужна, эмоциональный ум, цифровой ум, и как найти эту группу людей, которые с большой страстью, с энтузиазмом передают эти квалификации цифровые. Речь идет о том, чтобы практически что-то осуществить. 250 миллионов детей не посещают школу. Что сделать, чтобы в неформальном секторе все-таки помочь этим детям? Как научить с помощью технологий? Как чтобы они научили бы читать, писать, как технология поможет им устроиться на работу. Я в Пакистане много работаю, это вторая страна по популяции, по населению, численность населения. И меня интересует очень, как мы можем сотрудничать, чтобы молодые люди получили бы возможность успешно жить, если у них не будет цифровой компетенции. И если мы не в состоянии это оценить, тогда мы не сможем
прогресс обеспечить. Спасибо, Мелисса, спасибо и за эти личные ваши слова. Вы многое делаете полезного, и огромное вам спасибо за это. Сейчас перейду к вам, Олумеде. Может быть, вы расскажете пару слов о вашем опыте в Нигерии, что касается доступа к справедливому образованию, справедливому труду. Спасибо. Спасибо за то, что вы меня пригласили. Что вы меня попросили туда выступать. Я вам скажу сейчас, что я вспоминаю под этим понятием справедливое образование. Если я спрашиваю Мелиссу, что она под этим понимает, это, наверное, будет совсем другое, чем то, что я понимаю под этим. Двенадцать лет я учился, но сказала ли бы я об этом, что у меня было справедливое образование? Я не знаю, что касается ситуации в Нигерии, что касается справедливого образования. Хочу сконцентрироваться на северную часть моей страны. Это та часть, где вообще наихуже уровень, самый низкий уровень образования. Есть многие дети, которые совсем не знают, что такое школа, совсем не идут в школу, не получая никакого образования. Последние 10 лет были восстания в Нигерии, в северной части. Северная часть была разрушена частично, были беженцы внутри страны, беженцы. Они не получили никакое образование, никакую школу, и сейчас все-таки получили изнутри и извне помощь для развития. Хочу привести пару примеров. В 2006 году Министерство образования провело или начало онлайн-проект, и там можно было получить эти планы, то есть преподавание для класса, первых классов, школьных классов, чтобы могли бы увидеть дети, которые не могут идти в школу. И в одном городе на севере страны была еще одна организация, которая лэптопы предоставила детям со соответствующим содержанием. Если в Нигерии речь идет об образовании, самое главное – английский алфавит научить, и там есть математика, там содержание соответствующего уже есть в этих программах, значит, чтобы они смогли бы уже начать основную математику учить и без того, чтобы обязательно посещать реальную школу. Технология, значит, все-таки помогает нам рассматривать эту область совсем по-другому. Раньше это было по-другому. Надо было посещать школу, идти в какое-то здание. А сейчас есть такие ноутбуки, лэптопы, и вот они смогут таким образом получить такое образование. Это новый опыт в Нигерии. Но что означает разумный подход? Это другое означает, чем... Значит, разумное образование. Это другое значение имеет, чем, может быть, в других странах. Например, в области права, трудового права есть такие вопросы, чтобы привлекать, например, сотрудников из Амстердама, там, я не знаю, это $1000 стоило бы, но это реальность. Даже если мне это не нравится, значит... Есть адвокаты, которые работают в Нигерии на этой основе 500 или 1000 евро. Для адвоката в Нигерии это хорошая зарплата. Адвокат в Нигерии не очень много зарабатывает. Значит, если
вы найдете кого-то, который вам даст работу, вы сидите в каком-то офисе и должны как-то подключиться к какой системе. И эта технология предоставила такую работу, рабочее место, и, ну, соответственно, хорошее рабочее место для части нашего населения. Я смотрю вокруг сейчас, значит, речь идет о росте, в рамках этой дискуссии. Цифровая технология будет иметь положительное влияние на экономику всемирную. Это миллиарды, триллионы долларов США, которые будут заработаны до 2030 году в этой сфере. И исследования, которые мы провели, говорит о том, что это все положительно влияет на весь мир. Цифровое развитие. Я сам представляю экономическую инициативу, бизнес-инициативу, и я озабочен в первую очередь о том, как справиться с отрицательными моментами, как что-то изменить, чтобы из этого отрицательного что-то положительное получить. И надо сосредоточиться на этом. Если технологию использовать в определенной стране, в определенной среде, то видите, что многие вещи улучшаются. Образование, взаимосвязанность, мобильность, здравоохранение, экономическая среда, сельское хозяйство. Все равно все как-то идет в правильное направление. Все-таки мы должны учитывать, что есть и внешние факторы, имею в виду критические области. Это самые главные области до 2030 года, которые мы должны иметь в центре нашего внимания. Если смотреть на то, как технология влияет на наш мир, то увидите две вещи, которые должны быть более важными для нас. Во-первых, этот прорыв, цифровой прорыв, который существует. Все больше есть людей, которые имеют доступ в интернет, но есть и все больше тех, которые не имеют такого доступа, которых нет интернета. Так что те с интернетом живут лучше, чем те без. И для политиков важно, чтобы равновесие именно обеспечить за счет использования этих технологий. И то, что, чем мы должны заниматься, это вопрос прав человека, конфиденциальности, защита личных прав. И это тоже может влиять на глобальную стабильность. Я не хочу сейчас о подробностях говорить, но если вы следите за этими дискуссиями в США и в Великобритании, вокруг Брексита и так далее, вы видите, как злоупотребляют технологией, чтобы дестабилизовать среду, демократические учреждения и так далее. Это очень важно, потому что это влияет на глобальную ситуацию. Я хочу тоже и это поднять в рамках нашей дискуссии и подчеркнуть, что я убежден в том, что, в общем-то, это хорошо для нашего мира, но все-таки надо сосредоточиться на некоторых критических моментах, где технология может иметь и отрицательную роль. Я услышал эту дебату парламентариев из Германии. Самый главный вопрос для меня, может быть, я неправильно понял, но все-таки речь идет о цифровом прорыве, о том, чтобы обеспечить, чтобы все получили бы информацию, имели бы доступ к информации, чтобы школы получили бы те инструменты, которые нужны для того, чтобы учились бы дети. Потому что у нас есть те с привилегиями, которые имеют доступа, и те, у которых нет такого доступа. Нам нужен всеобщий доступ к информации, взаимосвязанность везде, коннективитет. А это означает инвестиции, это нужно, если речь идет о защите прав человека, приватности, приватной сферы, надо обеспечить следующее. Этика. Это самое главное. Мы должны
ценности защищать. И только если нам удастся сохранить наши ценности, тогда мы решим и вопросы вокруг технологий. Спасибо. Может быть, и комментарии есть? Или да, что сказали из Германии? Да, правильно, интернет сам по себе предоставляет информацию и шансы открывает для того, чтобы развивать страну. В Парагвае случилось следующее. Компьютер с интернетом был перенесен в сельскую местность, там стоял месяц, несколько месяцев. И только вообще использовали этот компьютер, когда мы показали им там, как посылать электронные письма. Есть был там добровольный сотрудник Peace Corps, творческой организации. Они им показали, как там это использовать. Он там встретился с главой этой общины и сказал им, как лучше там готовить пищу, например, в вашей общине. Там, значит, практическая такая помощь. Просто они там своими средствами печки там построили и так далее. Это они решили проблему, которая там существовала с помощью интернета. И это впечатляющим было. Значит, какой контент, какое содержание? Информация – это не знание. Но если кто-то вам поможет использовать эту информацию, тогда можно все-таки кое-что реализовать. Я хотел просто рассказать эту историю, с моей точки зрения, она замечательная. Спасибо. Вот скажите, пожалуйста, вашу фамилию. Мессель Дордж. Я являюсь научным исследователем в органе в Германии. Мы только что составили толстый такой отчет по проблемам устойчивости в цифровой эре. И я хочу немножко расширить нашу дискуссию. Повестка дня 2030, там говорится уже в начале самого о том, как будет меняться наш мир. Но это путем цифровизации экономические вещи случаются, которые все-таки не являются устойчивыми. Значит, цифровое изменение, цифровизация, цифровые последствия просто не были предсказуемыми. И теперь это большой вызов, чтобы на самом деле получить положительные результаты и решения. Три пункта. Во-первых, мы должны дать цифровизации направление и цель, а чтобы эти инструменты не были самоцель. Мы должны обеспечить, чтобы цифровая технология была бы устойчивой. Например, что касается энергопотребления, что касается потребления ресурсов, минеральных ресурсов и других. Об этом, по-моему, совсем не говорили до сих пор в этом рамке. Если речь идет о цифровых рычагах и о повестке дня 2030, тогда мы более систематически должны подумать об этих вопросах. Технологии могут внести свой вклад дело более повышения энергоэффективности, но это может и тоже привести к тому, что больше нефти будем потреблять. И надо иметь все это в виду, что может случиться поворот такой совсем в нашем мире. Это может привести к тоталитаризму, как в Китае, например, или к большому неравенству. Например, если речь идет о монополии, технологических монополиях. И мой вопрос следующий. Как можем цифровые изменения помочь таким... как можно использовать эти изменения, чтобы все шло бы в положительную сторону? И в сфере цифровой политики, политики данных, это тоже важный вопрос и для ООН, и для политики, если речь идет и о рамочных условиях для цифровизации. Да, спасибо вам, спасибо. Меня зовут Сантьяго, я из Колумбии. Я являюсь руководителем
лаборатории, инновационного лаборатория для города Богота. Раньше работал для агентства, которые они, агентство, которое предоставляет компьютеры и компьютерскую технику школам везде в Колумбии и в сельских местностях. 10 лет прошло, и даже ни на один балл мы не улучшились, что касается измерения качества нашего образования. Раньше я был политиком, я думала, это такое хорошее обещание, если я предоставляю такие компьютеры школам, то все изменится в лучшую сторону. Но я должен сейчас признать, что на самом деле это не случилось. И когда мне это стало ясно, когда я это понял, то я старался понять, как функционирует этот цифровой прорыв. Речь идет только о доступе в интернет, но и о том, как использовать интернет, чтобы знать об этом. Есть 7 разных прорывов. Есть вот скорость связи, это играет, конечно, важную роль. Но то, что самое главное, с моей точки зрения, это следующее. Есть этот прорыв, есть прорыв между намерением, чтобы получить доступ к людям в определенном городе, скажем, ну и намерением сельской местности, значит, получить такой доступ. Значит, большой прорыв между городами и деревнями. Значит, можно Facebook использовать, но может есть разные направления, разные намерения, либо продавать какие-то товары, коммерцией заниматься, либо чем-то другим. Мы стараемся измерять эти намерения. И мы развили какой-то там, какие-то критерии разработали, чтобы это оценить, измерить. Речь идет об измерении качества в нашем цифровом мире. И потом имеем такой эффект Mark U, значит, если вы знаете, как читать, тогда быстрее можно что-то научить, что-то. Если не умеете читать, то можно только немножко чего-то научить, и это то же самое касается интернета. Если двое человек имеют ту же самую и с одной позицию, но разные конкурентные, скажем, преимущества. Если, например, у вас нету и не владеете вторым языком, если вы владеете английским языком в Колумбии, у вас совсем другая исходная позиция по сравнению с кем-то, у которого этого знания нет или владения языка. Если вы не владеете английским языком, а хотите пользоваться интернетом, то сложно, конечно, билингвальным быть. Это, конечно, важное дело. Если у вас есть банковский счет, если у вас нет кредитная карточка, тогда нет, тогда интернет вам не предоставляет столько много возможностей, как если у вас кредитная карточка есть. Если вы основное образование плохое получили, тогда вы не будете в состоянии задавать умные вопросы какие-то, чтобы получить соответствующую информацию. Опять же, интернет для вас будет другим, так сказать, чем для кого-то другого, у которого есть более лучшее образование. Спасибо, спасибо. Извините, что я вас перебиваю. Это важный комментарий, но все-таки у нас осталось еще и вопросов, телевопросов, так сказать, наших телезрителей и слушателей. Окей. Hello. Здравствуйте, это опять Бенджамин. Мой вопрос к участникам дискуссии следующий.
Технологии обусловливаются инновациями, и многие инновации распространяются интернетом. Каждый раз, когда мы говорим о наших темах в этом форуме, мы говорим о развивающихся странах. А теперь я хотел бы спросить, можно ли пригласить большие предприятия, которые создают эти инновации, сюда к нам на форум. Пусть они расскажут, как они хотят распространять свою технологию. Если они уже так много зарабатывают благодаря этим технологиям, может, они могут что-то отдать тем, которые не имеют доступа к этим технологиям, к этим инновациям и идеям. Поэтому мой вопрос, нельзя ли пригласить большие корпорации, большие предприятия сюда, на наш форум? Спасибо большое, Бенджамин. Я думаю, у нас осталось всего 5 минут. И я хотела бы попросить участников нашей дискуссии подиума вкратце ответить, отреагировать на то, что сказали участники из публики. Быть может, что-то добавить. Александрия, я начинаю с вас, потому что вопрос был прям для вас. Можно ли пригласить большие корпорации? Я бы сказала, что Google – это такая большая корпорация. Может быть, вы отреагируете на вопрос Бенджамина и что-то расскажете по этому. Я думаю, что я не одна, которая может ответить на этот вопрос. Да, действительно, это так, что все предприятия желают участвовать здесь, в этом форуме по управлению интернетом. Мы очень поддерживаем многосторонний подход, разговариваем о том, как мы должны улучшить этот подход. То есть мой ответ простой на ваш вопрос – да, да, конечно. И потом комментарии, которые мы слышали и здесь на сцене, и от вас с публики, я думаю, что, конечно, все это сводится к одному слову – сотрудничество. Надо действительно начинать действовать. И показать надо, что фасон работы и то, как работают большие предприятия, действительно является глобальным. Но надо, конечно, действовать и локально, то есть все, что они создают, приложение или что-то такое, это должно, конечно, тоже распространяться и принадлежать всем, и все должны иметь доступ к этому. Может, у нас здесь есть представители больших корпораций. Естественно, что я хотела бы еще добавить и подчеркнуть на этой неделе, это то, что у нас в Нигерии, например, это всегда правовой вопрос. Первый или главный вопрос – это всегда опоздание. Мы все получаем с опозданием, потому что правовые процедуры у нас длятся 30-40 лет в Нигерии. Пока они пишут решение, все это страшно долго, много времени занимает. У нас есть достаточно программного обеспечения, которое нам помогает работать. Если бы у нас было такое обеспечение, которое бы подстегивало наших судей быстрее принимать решения, это было бы действительно замечательно. Итак, да, извините, мне, конечно, очень жаль, что ваша программа сейчас не работает, когда вы хотите подключиться с другими участниками онлайн. Я над ней работаю, поэтому мне очень-очень жаль, что это не сфункционировало. Первый вопрос. Это действительно не проблема ИКТ-технологии, это политический вопрос. То есть вся эта история, мы об этом уже говорили в нашей организации GISI 10 лет тому назад. Мы создали инициативу, называлась «Ответственные шахтеры» и так далее. И до сих пор это еще проблема, потому что
правительство контролирует эту область у нас, во всяком случае, и мы никак не можем достичь прогресса. Но я думаю, что вы очень важную тему затронули. Это неправильное обращение с технологией. Это действительно проблема, над которой надо работать. Технологии могут использоваться для добра, но, конечно, у них есть еще много и минусов. То есть, когда мы составляли наш доклад, мы, конечно, концентрировались на плюсы, но и смотрели на отрицательные результаты, то есть отходы, и потребительство. Мы, конечно, очень-очень много потребляем, об этом тоже надо поговорить. Нам нужно создать движение вокруг вот этого заголовка «Цифровизация со смыслом». Мы должны вместе сесть и найти решение для того, чтобы превратить минусы в плюсы. У нас есть знания, у нас есть инструмент, у нас есть желание. И этого я всем нам, всем вам желаю, потому что, конечно, речь идет о технологических предприятиях, но, в принципе, речь идет, это касается всех нас. Да, действительно, цифровизация со смыслом. Гиза, вам слово. Я бы хотела в заключение сказать, что цифровые технологии являются просто инструментами, инструментами, которые нам позволяют и нашим правительствам, и нашим народам достичь целей тысячелетия. То есть мы можем намного быстрее, эффективнее, предоставлять услуги, в которых так нуждаются наши граждане. До сих пор существует цифровая пропасть, и мы должны все вместе сотрудничать, чтобы преодолеть эту пропасть. И прежде всего, создание компетенций играет, конечно, ключевую роль. Если вы посмотрите, как выглядят эти вызовы, то вам станет ясно, что нам нужны новые компетенции, новые знания, которые мы должны передавать. Вместе же мы все будем в состоянии достичь все 17 целей тысячелетия. К коллеге из Колумбии я хотела бы просто вам сказать. Вы же всегда оцениваете, что вы делаете, хорошо ли это было или плохо. Если вы думаете о цифровой пропасти и что вы против этого делаете, то вы, наверное, обращаетесь к инженерам программного обеспечения. И вы хотите, чтобы они знали больше в области математики или географии. Но на данный момент, кажется, вам просто не хватает средств, чтобы это как-то оценить. Я хотела бы просто, чтобы вы более положительно относились к этой программе, и я надеюсь, что если вы предоставите своим ученикам доступ к интернету, то я уверен, что другие хорошие вещи осуществлятся. Я очень вкратце хотела вас поблагодарить за то, что вы сюда меня пригласили, за то, что вы мне дали и предоставили слово. Есть несколько ключевых таких слов, которые мне очень важны. Здесь сегодня на сцене сидят представители двух больших предприятий. И я думаю, что мы обе очень яростно работаем над нашими программами Microsoft, Google, потому что нам это важно, не просто потому что это работа, а потому что им это действительно важно. Итак, вот некоторые слова, которые мне очень важны. Сотрудничество.
локальный языковый контент, правильные инструменты, лучшие результаты в образовании и экономике, включение девочек, включение всех, несмотря на их компетенции, доступность, финансовая доступность, компетенции и возможности реализации, защищенность и цифровая образованность, цифровое образование как право человека. Спасибо большое. Вы, в принципе, облегчили мне работу, потому что вы просто украли все мои главные слова, которые я себе выписала из этой дискуссии. Хочу поблагодарить всех участников этой дискуссии у нас здесь. Это было 2 часа. Это, конечно, очень много, но недостаточно, потому что мы говорили о столь важных темах. Но действительно, многие из них можно было бы обговорить более детально. Как Мелисса сказала, сотрудничество – это, конечно, одно из самых главных тем. Но, как сказала Мелисса, нам надо наконец-то прекратить об этом просто говорить и начать действовать. 3,6 миллиарда человек ждет наших действий. Мы вчера слышали и в нулевой день. Мы услышали, нам всегда будет не хватать учителей, врачей, медсестер. Поэтому сейчас у нас наконец-то есть возможность работать над самыми главными вызовами нашей действительности. Да, конечно, есть риски. Нам надо просто подумать над тем, как мы можем сделать так, чтобы добро было все-таки более сильным, и чтобы положительные аспекты превышали отрицательные. Я считаю, конечно, это наша задача, это единственный путь, как мы можем достичь и реализовать цели развития тысячелетия. Сначала, конечно, большое спасибо, Мэг, за то, что вы нас сегодня сюда пригласили. Спасибо большое, Мигель Унтиме. Это было действительно замечательно. Спасибо тем, которые стенографам, которые записывали наш разговор. И спасибо тем, которые издалека к нам были подключены, за то, что вы участвовали в наших разговорах. И, конечно, большое спасибо нашим участникам здесь на сцене за то, что вы помогли нам разговаривать сегодня. Ветра, я с большим нетерпением жду нашего сотрудничества, потому что нам предстоит много что сделать, и время пришло действовать. Спасибо вам. И вам, Дурин, тоже спасибо за то, что вы модерировали этот разговор.